посещаемость, вот такая, да, цифра, она является очень важной. И музей фотографии – один из самых посещаемых музеев-заповедников Родины Ленина, за что, конечно, огромное спасибо коллективу, молодому, прекрасному, творческому, который работает, придумывает новые программы, который умеет дружить со своими уже старыми друзьями, постоянно находит новых. Вот, поэтому поздравляем нас с днем рождения музея фотографии и абсолютно уверена, что все и дальше будет охренеть прекрасно. И это мы его покрасим. Да, появится у нас вот здесь еще один хороший выставочный зал с хорошим светом, который, я думаю, тоже оценят наши фотографы. Так что музей расширяется, обновляется, модернизируется не только творчески, но и технически.